Доброго вечора, це ток-шоу «Кворум» на телеканалі «Репортер». Мене звати Костянтин Гречаний. Найближчі півтори години ми будемо розмовляти про соціально-економічний розвиток нашої країни. Чому саме така тема, вона є актуальною завжди. Але от цього тижня з'явилася інформація, базована на даних звіту МВФ. Я нагадаю, що це та організація, Міжнародний валютний фонд, яка кредитує Україну і не тільки Україну. І в той же час вимагає від нашого уряду, постійно вимагає скорочення соціальних виплат для наших громадян. Так от, за даними МВФ, Україна стала офіційно найбіднішою країною Європи. Нас випередила Молдова, і зараз ми знаходимося на 134-му місці в світі, з чим я вас і вітаю. Але є і добрі новини. Ми випередили Папуа-Нову Гвінею. І от якраз між Молдовою і Папуа-Новою Гвінеєю ми і знаходимося. Чому ми кожного дня чуємо про вдалі реформи від представників влади, і в той же час МВФ от надає таку, як на мене, принизливу для України інформацію? Можливо, в МВФ невірні дані? Наш сьогоднішній інтерактив. Чи зменшилися ваші статки за останній рік? Ну, це найбільш об'єктивна інформація. Так, кожен українець відчуває своєю кишенею, що відбувається в країні. І ми якраз і перевіримо, наскільки об'єктивні дані МВФ. Телефон прямого ефіру 34-92-58, 34-92-58. Дзвоніть, задавайте питання нашим гостям, а до нас сьогодні прийшли. Вадим Терещук, депутат Одеської міської ради від партії «Самопоміч». Доброго вечора. Богдан Гіганов, депутат Одеської міської ради, «Опозиційний блок». Вітаю. Костянтин Василець, заступник голови обласної організації Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Доброго вечора. Доброго вечора. З залу в першому блоці з нами працюють експерти Володимир Максимович, економіст, екс-віцемер Одеси. Доброго вечора. Сергій Звеліндовський, економіст також. Вітаю. І Юрій Борщенко, голова Асоціації роботодавців Півдня України. Доброго вечора. Вадиме, на вашу думку, скажіть, от постійно, так, ми чуємо про певний реформаторський бум в Україні, так, в той же час, ну, є отакі от дані МВФ, чи вони об'єктивні, чи дійсно в Україні вдалі реформи, чи дійсно, або наша країна знаходиться в економічному занепаді? Ну, мене ті дані нічим не удивили. Там, знаєте, коли слышиш от этой статистики, хочеться сказати, от не ту страну назвали Гондурасом, да, от, і коли ми бачимо, те данные, какие из африканских стран нас опережают. Мы видим, что вот если там к этим статистическим данным прикладывалась еще карта о том, в какой стране все-таки ВВП из даже стран Африки ВВП ниже, чем у нас. Там не так уж. До речі, оцю карту можна вивести на екран, щоб наші телеглядачі якраз бачили протягом ефіру. Ви будете бачити, з якими країнами разом знаходиться Україна от в економічній ваговій категорії. Да, от дійсно. І ісходя з цих даних, видно о том, що Україна дійсно знаходиться на сьогоднішній день. Ми не сорівнуємося з странами Європи. Ми там от той же Германії ми відстаємо, по-моєму, в 10 раз. От тех же ближайших наших соседей, даже то Молдавия, которая была всегда, в которой нет ни полезных ископаемых, в которой нет нет многих других тех факторов, которые если сравнивать с другими странами, которые могли позитивно на них сказываться, у них этого нет. Тем не менее, они уже сейчас за счет своих, опять же, своей экономической политики смогли выйти вперед. И на сегодняшний день, но вы знаете, не правильно всегда говорить о ВВП на душу населения. Во-первых, надо, наверное, зрителям объяснить, что такое ВВП, да? То есть это валовый продукт, то есть то, сколько производит страна по количеству на душу населения. То есть фактически производительность населения, исходя из этого, влияет, насколько мы эффективны в своей производительности. И понимать из этого, опять же, строится заработная плата, продукции. Uh-huh. То есть в отношении уровня жизни мне нравится другой немножко индекс, и такой называется индекс Биг Мака. Да? То есть сколько же за эти деньги, сколько стоит Биг Мак в разных странах. И если же им,
корректироваться, то ситуация, руководство, то ситуация, наверное, не такая уже плачевная, как на первый взгляд покажется. То есть жить в Украине не так уже плохо, особенно если ты получаешь западную заработную плату, работая, например, в сфере IT, работая, получая западное образование, работая с западными компаниями. То есть, в принципе, на сегодняшний день, несмотря на то, что Украина не движется вперед, всегда учат в экономической школе как, о том, как из угрозы сделать возможность. То есть для Украины на сегодняшний день, с учетом того, что вот это вот низкие заработные платы, это как раз и возможность для привлечения капитала трудоемкого производства, которое требует большого количества наемного труда. То есть это как раз то, в чем мы могли бы быть конкурентоспособны. Сколько років уже існується можливість? Но на сегодняшний день все остальное, то есть с учетом того, что это мы страна, которая воюет, в которой риски вложения, на сегодняшний день не удалось создать благоприятный инвестиционный климат, и это во многом связано с проблемами нашей судебной системы, налогового реформирования и так далее. Поэтому на сегодняшний день вот это то, что могло бы стать, что могло бы стать нашим преимуществом, таковым на сегодняшний день не является. От є один ще важливий і, як на мене, об'єктивний показник. В Молдові, про яку вже згадував, середня заробітна плата $375 на місяць офіційно. У нас 325, на $50 менше, ніж в Молдові. Ну, чи вважаєте ви це принизливим для України? Костянтине? Розумієте, проблема справді доволі комплексна. І насправді говорити про цю тематику можна просто нескінченно. Але в той же самий час я лише зроблю одну поправочку. Я в жодному разі не захищаю Міжнародний валютний фонд. Я вважаю це абсолютно деструктивною організацією, яка, в принципі, впливає на глобальні процеси. І всі країни, які вони кредитували, жодна не пішла до економічного процвітання. Яскравий приклад, що ми бачимо, зокрема, в рамках Європейського Союзу, це Греція. Вона отримувала і кредитування з Міжнародного валютного фонду, і з європейських фінансових структур. Але в той же самий час там досі відбувається жах і в плані економіки. Але якщо відкрити офіційний сайт Міжнародного валютного фонду і коли там відкриваєш розділ там, де взаємостосунки з Україною, то зменшення соціальних виплат і так далі, тому подібне, це пропозиції, рекомендації, але в жодному випадку не вимоги. Тобто питання полягає в тому, що найосновніше, що вимагає Міжнародний валютний фонд від країн, які вони кредитують, вони вимагають збалансувати економіку, збалансувати видаткову та дохідну частину бюджету. Щоб вони були платежі спроможними. А те, чи власне зменшують соціальні виплати, зарплати і так далі, тому подібне, це повністю і докорінно це відповідальність української влади, українських політичних еліт. Адже саме вони ухвалюють ці власне рішення про підвищення тарифів і так далі. Тому подібне. Україна інакше не буде платоспроможною. Ні, насправді ні. Дивіться. А насправді збалансувати економіку, збалансувати бюджет можна будь-якими іншими шляхами. Можна, в принципі, розпочати, як би було правильно. Да? Залучення інвестицій. Ні, не залучені інвестиції. Це насправді по великому рахунку. Оці, знаєте, фразочки про залучення інвестицій, це насправді голий популізм, грубо кажучи. Тут питання полягає в тому, що у нас існує олігархічна система економіки, де головні природні монополії, газопостачання, водопостачання, водовідведення, це в нас все належить приватним особам, так званим українським олігархам, які обзавелися своїми кишеньковими політичними партіями, які обзавелися своїми, власне, засобами масової інформації, таким чином впливають на загальну думку, приходять до влади, і це порочне коло ніяк не може розірватися саме через них. Тому що у нас, зокрема, в видаткові частині бюджету найбільше йде на сферу енергетики, а сфера енергетики у нас, як відомо, теж абсолютно повністю належить, майже повністю належить у приватних руках. Тобто, як ми робили б відповідальні політики, які будували б соціально справедливу економіку в нашій країні, вони б, напевно, встановили державний контроль над і державну власність над природними монополіями. Тобто, в принципі, олігополії і монополії в енергетичній сфері в нашій країні мають бути, в принципі, заборонені. От яскравий приклад для того, щоб, власне, там багато от такими високими матеріями не говорити. От дивіться, у нас є, власне, от тарифи, так? У нас зимовий період, кожна українська сім'я віддає щонайменше, в кращому випадку, третину своєї зарплати, відповідно, на оплату комунальних послуг. І
А питання полягає в чому? Що кому вони платять? Вони платять не державі, вони платять усім, власне, олігархам, які контролюють, от, зокрема, Одеса Обленерго, яскравий приклад. Так? Це взагалі підприємство, яке належить російському олігарху Бабакову, депутату Державної Думи, який голосував за анексію Криму. Тобто і таких абсурдних речей доволі багато. Так само ми сьогодні можемо сміливо говорити про найбільшу легалізовану корупційну сферу в нашій державі. Це так звані субсидії. Тобто це компенсація вартості комунальних послуг. Там українці, які там не можуть, які за своїми соціальними категоріями не можуть сплатити ці послуги, за них компенсує держава. Але держава що робить таким чином? Перекладає кошти з державного бюджету в кишеню конкретного олігарха. От, тобто оцей абсурд, про що ми говоримо, це відповідно, от знаєте, з нинішньої реалії життя. І відповідно для того, щоб відповідно стабілізувати нашу економіку, вийти на нормальний, повноцінний, самодостатній шлях розвитку, враховуючи дійсно те, що у нас незвичайна кількість надр, корисних копалин, як правильно було сказано, у нас можливості для розвитку економіки в абсолютно всіх галузях, і промисловість, і туризм, і сільське господарство, тобто багато галузей, в рамках яких Україна могла б розвиватися як найбільша країна в Європі. У нас ж, відповідно, відбувається все абсолютно інакше. І ми переконані, як політична партія Всеукраїнське об'єднання «Свобода», що, власне, сфера енергетики, природні монополії, вони мають стати державною власністю, вони мають бути націоналізовані. Саме тоді ми зможемо реально вийти на початкову точку, на нульову точку збалансованого бюджету і розвиватися в тих напрямках, в яких Україні це потрібно і дасть це для неї конкретну користь. Богдане, ваша думка, от те, що сказав Костянтин, де олігархізація та де монополізація, вона дасть необхідний поштовх нашої економіки? Константин, безусловно, дасть, тільки потрібно ж розуміти, що деякі... Давайте я мисль свою сформулюю, я слухав колегу Вадима, Константина. Ми обсуждаємо зараз, що Україна стала найбідною країною в Європі. Це слідство. Да? Ми ж не просто бідніємо. Просто беднее, потому что мы все умные, мы все хорошие, красивые. Но это не заяв про реформы. Территория Украины, все говорят о том, что мы просто самая процветающая нация в мире, но мы становимся беднее. И сегодня есть официальное заявление и официальное тому подтверждение. МВФ, это организация, которая нам в последнее время помогала финансовым ресурсам, говорит о том, что мы не платежеспособны. Фактически они нам выставили кредитный рейтинг минус. Они говорят, что вы, в принципе, на деньги, которые мы вас прокредитовали, не осуществили задуманных реформ, которые бы вас вывели на определенный уровень роста ВВП. То есть это говорит о том, что у нас тенденция на спад. По моему мнению, когда идет такая политика, мы должны понимать, что это не за последний год уменьшился человеческие статки. Мы должны понимать, что есть власть, которая этому способствует. Есть власть, которая неграмотно распределяет финансовый ресурс, который из-за океанского. Да? То есть мы же брали как инвестиции, как кредиты. Мы их проедали, и сегодня мы говорим о том, как нам хорошо или что нам сделать нужно для того, чтобы мы вылезли из этой ямы. Мы не находимся в режиме стагнации, мы находимся в постоянном спаде. И доверять этой власти, которая уже почти досидела свою каденцию до конца, следующую каденцию, мне кажется, будет просто преступлением. Почему? Потому что это был тотальный обман населения. Мы говорили о том, что Европа и Америка нам должны помочь. Была такая площадка, замечательная площадка, Майдан. Называют ее революцией достоинства. В чем достоинство? Давайте его перечислим. В том, что мы сегодня обсуждаем на протяжении 4 лет, после определенного уже, скажем так, окончания срока каденции, мы говорим о том, что страна не пришла к тому обещанному процветанию, которому нас... відповідальність певних політиків і те, що було в 2014 році. Ваш комментарий, мне кажется, абсолютно неуместен, потому что я вижу следствие, я вижу причину, я вижу, как не должно быть дальше. Ну, да? Это ваша я сейчас слушаю представителя самопомощи с коллегой Терещуком. Мы в городском совете, мне кажется, выступаем за... то есть у нас одни ценности и принципы по отношению к Одессе, да, то есть бытовые вопросы. Но то, что касается политических разногласий, например, та же партия «Свобода», та же самопомощь, имела полное отношение к смене власти, которая сегодня фактически и привела страну к тому минусовому экономическому состоянию, которое сегодня мы с вами обсуждаем. И теперь давайте посмотрим. Вот у вас была карта Евросоюза, где Украина обозначена красным цветом. Только Украина, не Германия, которая помогала в том числе, да, нам на Майдане, не другая какая-либо страна, которая сегодня, не сегодня, 4 года назад обещали нам помощь,
в реализации задуманных, помните, Евросоюз, евроинтеграция, евроассоциация. То есть давайте признаем, что мы сегодня, нас обманули, в очередной раз обманули. Давайте поговорим лучше о том, что делать дальше, чтобы нас впредь не обманывали, чтобы не обманывали те же политики, которые обещали нам процветание 4 года назад, то же самое и сейчас. Потому что если мы будем делать одно и то же, и наступать на одни же те же грабли, то мы будем постоянно обсуждать только спад экономики. Це зрозуміло. Так, теперь, то, що власне, в цьому і питання, що робити. Що делать? Делать то, що нужно правильно, понимаете, вот когда политик, который вчера говорил, что я приду, я сделаю лучше, сегодня делает только хуже, то я думаю, что завтра этого политика в политическом эстаблишменте страны не должно быть. И если эти люди, которые проголосовали в тот раз за этого человека, проголосуют его сегодня же или завтра на выборах, они должны нести тоже ответственность. И вот эти вот экономические как раз такие, знаете ли, вот состояния, в котором мы сегодня находимся, в первую очередь это вина людей, я считаю. Велике прохание, дуже коротко, потому что это не совсем тема нашей дискуссии. Партия, ну то есть представителем которым является, состоит, фракция наполовину состоит из бывших министров, точно так же, как и в «Свободе». Министерство природных ресурсов и экологии некоторое время возглавлял представитель партии «Свободы». Говорит о том, что надо приватизировать. Почему этого не делали? Политики, которые... И мы говорим о том, что... Я закончу, вы тогда скажете. Если из оппозиционного блока уйдут все бывшие политики, там никого просто не останется. Оно наполовину состоит из бывших министров, все, кто на сегодняшний день фракции, там ни одного нового лица. Я вас не перебивал, и прошу вас тоже меня не перебивать. И на сегодняшний день мы действительно должны говорить, что Украина, которая в 91 году была самой из бывших советских республик, а надо сравнивать не только с Европой, а, наверное, даже с бывшими советскими республиками, у которых были наилучшие предпосылки, у нас был самый, если говорить о ВВП, то был самый высокий ВВП, один из самых высоких ВВП на душу населения. И на сегодняшний день оно благодаря вот этим политикам, которые долгое время были у власти, она очутилась в этой ситуации. И она действительно произошла. Не за год и не за два. Это происходит за десятилетия. Вадим, мы сейчас находимся в состоянии хужем, чем находились в 2012-2013, или лучше? Вот страна. Экономика. Экономически? Да. Посмотрите статистику. Статистика плюс 6,5% в 2013 году. Рівень 12-13 року, напевно, це не ті показники, на які треба рівнятися. Ми рівняємося на останні события. Якщо не керуватися популізмом, а керуватися здоровим глуздом і реальними фактами, то якщо говорити дійсно про причини, такі як вони є, то бомба з повільної дії була закладена в 90-х роках, коли ключові сфери нашої економіки були розподілені між ключовими олігархами, які, в принципі, до цього часу правлять в нашій країні. Це ті люди, які перетворили життя наших батьків на існування в 90-х роках. Відповідно, тоді, як ми пам'ятаємо, як я вже сказав, ключові сфери економіки були розподілені. І безумовна річ, що тоді, коли економіка з того моменту перестала розвиватися, тому що вона де-факто знаходиться, ключові її сфери, в приватних руках, то зараз, в принципі, такий відбувся своєрідний апогей. Тому що і так само це стосується і 2014 року, коли після Революції Гідності олігарх Порошенко, як людина, яку взагалі ніхто на Майдані толком не знав, яка була ніким, він, враховуючи і скориставшись складною... Ніхто його реально не розглядав. Так, до речі, міністр в уряді регіоналів і один з засновників партії регіонів Петро Порошенко. І відповідно ми говоримо про те, що він один із тих олігархів, які, зокрема, в 2014 році скористалися важкою ситуацією у зв'язку з анексією Криму, початком російсько-української війни на Донбасі, скористався, зманіпулювавши населенням відповідно політичними технологіями і за рахунок засобів масової інформації і підтримки інших олігархів, став президентом. Тобто причина, знову ж таки, закладається в тому, коли була побудована олігархічна система влади. А стосовно наших міністрів, які були в 2014 році, які були призначені після Революції Гідності, то у них найкращі показники –
за останні роки в порівнянні з тими, хто був після них. У відповідно Міністерство екології, Міністерство агропромислової. Якщо ви вирішили отакі огульні звинувачення, чому ви не робили це? Чому ваші Мінекології приватизацію проводили? Чому там приватизували? Чому вони це не робили, за це не виступали? Виступали завжди. Завжди на посаді міністра, керуючи цим напрямком. Виступали завжди. І прокурор такий самий, як і зараз. Шановні, це завжди. Я відреагую на останній момент. Дивіться, ви перед тим, як вигукувати свої огульні звинувачення безпідставні, самі б статистикою подивилися, що відповідальний політик. Так давайте ссылку. Давайте ссылку. Голий популізм, який взагалі нічого не вартує. Ви скажіть, ви ж звинувачення кидаєте? Я що, виправдовуватися на всякому ефіру? Ви свої аргументи тоді буде апелювати. Тема ефіру не колишні міністри. Богдане, дуже коротко, я передаю слово нашим експертам. Популізм – це говорення і брехня. Костянтине, так, Богдане, 30 секунд. І я передаю слово експертам. В этом же и проблема. Люди, которые отстаивали ценности Майдана, не могут найти общий язык даже за этим столом. Страна никогда не будет процветающей. Я выстоял в тот момент, когда есть склоки, есть ругань, есть разделение общества. На данный момент нет желания объединяться для того, чтобы люди вместе рынулись за какими-то достижениями. Мы просто ругаемся, мы находим какие-то постоянные для этого поводы. И сегодня, в том числе, и власть, которая угробила, извините, весь экономический потенциал, пытается на религиозной почве создать тоже межконфессиональный конфликт. Я вас почув, Володимир Ярославович, будь ласка. Ну, каждый из выступающих где-то прав, но прав в обсуждении, кто виноват. Я бы хотел, чтобы мы переключились на тему, а что же все-таки делать? Да, экономика сегодня не в стагнации, а в глубочайшем экономическом и социальном кризисе. Если потоки все остались, те, которые были до 2014 года, люди голосуют ногами, люди уезжают в Европу, в Россию, куда могут. Впереди полнейшая катастрофа, полнейшая. Если в год будет уезжать 1 миллион трудоспособного населения, то через 5 лет вот этих 16 миллионов пенсионеров будет просто с протянутой рукой стоять на улице и просить милостыню. Давайте сегодня отложим в сторону все наши споры. Еще раз говорю, каждый из вас прав. Выслушать каждого из вас, да, мы потеряли все шансы, которые были. МВФ действительно выставил нам уже не желтую, а красную карточку. Нам МВФ по 3-4% давал кредиты. Можно было их использовать? Можно было их использовать. Мы их проели. Хотя, если говорить до конца честно, мы ими укрепили наш золотовалютный фонд и как-то удержали гривну. На сегодня... Володимир Ярославович, а вы точно знаете, куда пішли кредиты? Хтось про це звітував? Нет, никто не отчитывался, но мы знаем, что целевым назначением деньги уходили на пополнение золотовалютных резервов, и тут же они шли обратно за границу. Мы возвращали полученные кредиты и уплачивали по ним проценты. Если бы мы эти кредиты не брали, то мы бы проели окончательно наш золотовалютный фонд. Кто помнит, он составлял 10 лет назад 27 миллиардов долларов, а сегодня, по-моему, 16. 10 миллиардов мы проели. Главное, что, коллеги, что нас должно объединить? Нам нужно предложить шаги, которые позволят Украине хотя бы за 5 лет подняться с колен и выйти с того состояния, в котором оказался. Еще раз говорю, впереди просто катастрофа. Катастрофа на уровне выживания. Условий для бизнеса нет. Ни о каких инвестициях говорить не приходится. Кто инвестирует деньги в украинскую экономику, которая умирает? У нас кадры квалифицированные, дефицит. Дефицит. У нас такие монополии, что решить ничего невозможно. Вы депутаты горсовета. Вы прекрасно знаете, насколько прихвачен город. Любой вопрос вот такой. Вы не решите без курирующего этого зама, этого или этого. Не хочу рассказывать. Вы прекрасно понимаете. Я был замом несколько лет. 2004-2005 год. Ну такого наглого распределения ресурсов и потоков не было. Ну такого взяточничества. Не было. Были какие-то отдельные нарушения. И Руслан Борисович не был святым. И мы, замы, не были святы. Но не было такого катастрофического состояния. Сегодня полный развал, полная аморальность. Ну, если мы сейчас не объединимся и не предложим людям что-то, ни Одесса, ни Украина
с этого кризиса не выйдет. Нас ждут гораздо худшие, гораздо плачевные последствия. Вот это я хочу на этом акцентировать ваше внимание. Спасибо. Сергій Звеліндовський, будь ласка, от ви як економіст, які бачите перші кроки, да, з виходу цього соціально-економічного колапсу країни? Ну, я хочу чуть-чуть уточнить, вот эта статистика МВФ, ну, мы в основном МВФ не любим, но есть еще пару десятков организаций, вот английская лига, там, по-моему, она называется, институт, которые тоже делают статистические исследования. Ну, Украина, к огромному сожалению, что там-то Европа. У нас Бангладеш обскакала. По итогам 2017 года Украина занимает 112 место, Бангладеш занимает 111 место. Ну, там специфичные, там 10 показателей, они средневзвешенные. У нас за Украиной идут какие-то названия, которых мы с вами не слышали. Кроме Египта и еще одной страны, которую когда-то слышали, после Украины нет никого. Украина, к сожалению, идет вот с 2000 года, она неплохо еще держалась в 2000 году, идет на спад. Какие я вижу выходы? Во-первых, я абсолютно полностью согласен с Константином, он уже поднимал этот вопрос. Исключительно национализация всех энергетических сфер. Ну, ребята, ну нельзя рассказывать сказки бабушки Арины, говорить о том, что мы боремся за какую-то там независимость, за сформирование какой-то государственности, когда мы отдаем всю энергетику в частные руки. Как минимум, ребята, давайте инвентаризацию проведем, кто собственник иностранный. Это что это такое, что у нас облэнерго поднимает необоснованно цены, а выгодонабывающих, кто кажет украинскую мову из податкового кодексу, є громадянином Российской Федерации. Це як? Зато у нас СБУ, замість того, щоб розбирати цей факт та інші другі факти, пише рекомендації для НКРЕ, щоб заборонити розробку сонячної енергетики. У меня вопрос. Первое. Полная национализация. Второе. Я думаю, что, к сожалению, я думаю, меня никто не поддержит вот, из присутствующих вот, представителей власти. Но, к огромному сожалению, 27 лет мы сами себе показываем, что политики не меняются. Мы показываем, что партии, к сожалению, меняют свою риторику, меняют свое название, но не меняются лица. И мы знаем, у нас есть рекордсмены. Да? То есть люди, которые идеологически, вот он всю жизнь был в партии там, Тимошенко. Да, есть такие люди. А есть люди, которые бегают и за 10 лет уже 8 партий поменяли. Але які завжди представляют одну партию, партию влады. Вот, и в этой ситуации, я всегда, ну как, рассуждал на тему, пока мы не изменим идеологию избирательного законодательства, при котором поменять подход избирателя, подход кандидата в депутаты, ничего у нас не поменяется. Представляете себе ужас, когда в Верховной Раде выступают люди, вы их слышали, уровень безграмотности полнейший. Они говорят, нам надо принять новый избирательный кодекс. У меня возникает вопрос. Эти неуважаемые депутаты Верховной Рады знают, что у нас в Украине нет избирательного кодекса? Не знают. То есть представляете себе уровень депутатов, которые выступают, не зная структуру украинского законодательства. У нас спикер не знает регламенту Верховной Рады. Ну это я уже, поэтому знает, первое, то, что говорит Константин, однозначно, однозначно национализация, любая попытка рассматривать вопросы, отказаться от всех займов, мы можем реализовать замкнутую экономику. Украина – это одна из немногих стран в мире, которая может себе это позволить. И третье – все-таки задуматься об изменении идеологии избирательного права. Юрій Миколаївич, питання до вас. Ви представляєте роботодавців, так? От подивіться, роботодавцям кажуть, підніміть заробітну плату. У нас були мітинги профсоюзів, так, кажуть, що треба, щоб була вища заробітна плата. Роботодавці кажуть, ну, досить нас душити налоговим законодавством, досить побори, корупція, це ж все є. Так, ну як ми можемо? Ми просто не будемо рентабельні для себе. І таке, ну, виявляється, що в нас таке замкнене коло. Як з нього вийти? Ну, я бы хотел первое сказать, что мы очень плотно общаемся с Федерацией профсоюзов, с наемными работниками. Пока не будет работать стабильно экономика, когда не будет изменена законодательная база, когда будет отношение к экономике, к работодателям, к нашему производству будет внимание государства, и когда
Вы посмотрите, какие налоги оплачивает предприятие. И вы, если вспомните за 26 лет, как уничтожалась наша экономика, как уничтожали наши заводы. Как были подведены. НДС был введен, был на фонд заработной платы. Это сразу дало толчок в том, что начали закрываться, сокращаться предприятия. У нас в Одессе предприятие, возьмем Кислородмаш, больше 60 тысяч работников, Холодмаш, около 35 тысяч работников, Краян, мы какие заводы не возьмем, у нас было мощное СО. У нас было какое пароходство? Возьмите, пароходство было 483 судна, 70 тогда наливных перешло в Новороссийск, остались все. Где эти все суда, где пароходство, где наша рыболовная флотилия, китобойная флотилия, где у нас речной флот? У нас законодательная база, и у нас, я скажу честно, что вот я так сейчас вернулся с нашего города Побратима, где мы, Регенсбург, где мы представляли Одессу, Одесский регион по инвестиционной, по туристической, в том, что у нас Одесский регион, он надежный, что можно здесь работать, здесь все сопоставлено. Но я скажу честно, что ни одно управление горисполкома, я обращался с письмом области, для того, чтобы предоставили наши инвестиционные программы, что у нас есть в курортной системе, где можно было хотя бы какая-то прибыль была, пришлось самим через книжку все доставлять и там представлять, фильмы делать и все представлять. Что они говорят? Те инвесторы, на которых кто-то говорит, что придет инвестор. Да никто не придет. Там никто не рекламирует, даже не говорит, что у нас творится в Украине. Они ставят два вопроса. Это политическая нестабильность и коррупция, сильнейшая коррупция. Я имел общение с некоторыми немецкими предприятиями, которые работают у нас здесь. Фирма Крафт, вы знаете, такая мощная Крафт, уже работает, слава богу, больше 20 лет здесь на нашем рынке. Все время, как только начинается прибыль, маски шоу, судебные исполнительные суды Печерского или Соломенского суда, налеты и дела. Вы посмотрите, что за эти 5 лет. И правильно сказали, что нужно для того, чтобы экономика у нас росла, чтобы были доходы у граждан и платились в бюджет. Нам нужно сделать национализацию некоторых наших. Это энергоэтика, это нефтеперерабатывающая. Как мы можем, если у нас нефти хватает для своих граждан, для более 20 миллионов у нас есть своей нефти. А на потребление жилищных других нужно в пределах 14-13 миллионов триллионов тоже нужно. Поэтому я здесь выскажусь некоторыми словами очень грамотного человека, это с Объединенных Арабских Эмиратов, шейха, это премьер-министр, который сказал, у них свои надра нефтяные, нефть, и это Сауды. Граждане УАД не платят никаких налогов своему государству, но у них бесплатное высшее образование, медицина мирового уровня и лекарства. Это сказал шейх, это сказал премьер-министр. Я хочу, чтобы мой народ жил лучше сейчас, чтобы они учились в университетах сейчас, чтобы они были здоровы сейчас, а не через 20 лет. Роль власти заключается в том, чтобы создать обстановку, в которой люди способны реализовать свои мечты и амбиции, а не такую обстановку, которая обеспечивает властям контроль. Поэтому сейчас, в данный момент, мы смотрите, что у нас. Законодательная база. Я за эти 5 лет, понимаете, несколько раз посетил комитеты Верховного Совета. Никто не собирается в комитете не обсуждать ни один закон. До этого мы собирались, мы не допускали некоторые принять закон, мы не допустили принятия налогового кодекса, который был в 2012 году, был самый не принят. Но, у нас, да, процедура. В данный момент, у нас сейчас... И работа в комитетах. Да, я скажу, что пока не будут работать предприятия, которые у нас. У нас Одесса, это морские ворота, это трансатлантическая транспортная артерия, которая идет в восток, север идет через нашу Одессу, но она полностью уничтожена. Вы посмотрите, как еще говорили в Европе, что у нас и в мире, у нас временно исполняющие обязанности кабинета министров. На всех ключевых должностях у нас стоят временно исполняющие. И кто? Люди без образования, люди какие-то иностранцы.
Зрозуміло, кадрова політика – це один з моментів. Дивіться, те, що казав зараз Юрій Борщенко, да, що боротьба з корупцією, коли запрацюють підприємства, але ж це все є перспективою, правильно? Це є найближчою перспективою. Націоналізація енергетичного сектору – це теж не за один день робиться. Але давайте… Це дуже швидко робиться, насправді. Зрозуміло, але коли буде до цього ефект? І повірте, видатки зменшаться одразу. Навантаження на бюджет зменшиться одразу. Зрозуміло, Костянтин, але ви в цій роті за нинішню політичну ситуацію. Дивіться, прибрати все тарифи одразу стануть менші. Вибачте, будь ласка, я дам вам сказати, ви перепрошую. А тарифи одразу стануть менші. Купівельна спроможність громадян стане вище, зрештою. Зрозуміло, зрозуміло. Власне, і миттєвий результат. Але це процедурно не буде за один день. Так, я хотів би вам додати в тому, що ви вспомніте мирові кризиси, які були в Америці і були в Європі. Три були. Что они сделали? Они сразу что нагрузили, подняли металлургию в своей стране, это в Германии, вспомните, были стрессы, это 20-е годы везде. Пошли сразу, что они начали? Начали строить дороги, начали строить все остальное. Значит, пошли что? Деньги с бюджета пошли, люди начали получать заработную плату. И все пошло в налоги, налоги. И страна, как возросла страна. Все зрозуміло, питання в тому, що сьогодні. Нам нужно делать с этим. А что мы делаем? Смотрите, сейчас уничтожается последний завод у нас, Белоцерковский шина, где пускать шины. Полностью уже все, уничтожается завод. Но где автомобилестроение, где наши заводы, где наша железная дорога? Мы покупаем тепловозы с Америки, везем. З какими-то десятилетиями, Юрій, я зрозумів вашу думку. Кстати, так, от, я хочу, будь ласка. Я хочу прокоментировать. Тут дело вот в чем. Мы все говорим о каких-то понятных людям вещах. Эти вещи все понятны. Константин правильно говорит, нужно национализировать. Вадим говорит, нужно сделать это. Каждый человек понимает, даже те, кто сейчас смотрят, зрители, понимают, все то, что мы говорим, для них понятно. Это очевидные вещи. Вопрос в другом. Готовы ли мы сегодня доверить полностью национализованные державные вот эти вот, да, ресурсы, предприятия этой власти? Когда в Израиле была полная, извините, там Израиля как такого не было, значит, до 90-го года там, мягко говоря, ростом там и не пахло. Для того, чтобы развивать страну, собрались государственники, которые увидели и предпринимали конкретные действия для того, чтобы развивать страну. В той же Саудовской Аравии ее не было. Где она? Откуда она взялась? Несколько лет. Пришли люди, которым можно было доверить государственное управление в руки. У нас в городском совете. Зачем далеко бежать? Есть коммунальные предприятия. Они же коммунальные. Почему они все убыточные? Есть нормальные коммунальные предприятия, которые могут приносить доход. Доход. Ну, не только аэропорт, у нас доход. Больше прибутковые. У нас все. У нас задача разбазарить. Сегодня городская власть, я, кстати, не могу понять, почему нет представителей ни ББП, ни доверяя делам. То есть, по сути, это сегодня основные партии, которые придерживаются политики президента. Я считаю, что за всю политику в городе, которая... Мы запрошили представников ББП. Ну, вот вы понимаете, вот я бы, например, сегодня хотел спросить какого-то чиновника, почему коммунальное предприятие, например, КП «Побережье» убыточное. Почему? И чего при этом директор отрывает 16 тысяч зарплаты? Поэтому говорить о том, что это надо сделать, да надо. Ну давайте людей сначала изберем, таких, которые будут переживать за свою репутацию. Президент не может пройти по улице без сотни охраны. Если президент будет тот, который захочет, ну, который прогуляется хотя бы 100 метров по улице, и к нему никто не подойдет, или подойдут только для того, чтобы руку пожать, этот человек будет думать о государстве в первую очередь. Ну, например, у нас каждый политик, который отвечает за власть, он боится окружать себя охраной. Я не знаю, вот мы, вот Вадим ходит спокойно себе по городу, я хожу спокойно по городу, меня люди видят, ко мне нет претензий. Якщо президент пока человек не будет думать за свою репутацию, как вы думаете, ему будет не страшно ходить по улице? Понимаете, какая ситуация? Я думаю, страшно. Раньше в интернете любая статья имела какой-то отклик правоохранительных органов. Сегодня любая статья в интернете — это полный абсурд. Все прочитали, поулыбались. Пока люди не будут думать о своей репутации, этих людей нельзя избирать в власть. Давайте я попробую немножко оппонировать по поводу национализации, по уровню, по количеству государственных предприятий, по уровню влияния государства на экономику, государства, мы на одном из первых мест. Нафтогаз на сегодняшний день у нас государственное предприятие. И что? Какие у нас цены на газ? Как-то это отказалось? На Сербии. Я вас не перебивал, пожалуйста. Я понимаю, что вы тут всем даете слово, да, но, пожалуйста, не перебивайте меня. Не, даю я, да, не перебивайте меня. Пожалуйста. Так вот, Нафтогаз — это государственное предприятие, создает
удобство и прибыль для одного, для его директора. Тому треба продати олігархам. І того, я вас не прибив. Я хочу говорити. Давайте скажу. Ну, наверное, у вас буде більш конструктивніше суточно. По черзі, Костянтин, я там ви можливості відповісти. Спасибо за оценку. Смотрите, и на сегодняшний день оно создает удобство и прибыль для того директора, который находится у его тот, кто им руководит, либо тот, кто его назначал. На сегодняшний день в Украине больше 1000 государственных предприятий. Мы по количеству государственного сектора в экономике как раз на одном из лидирующих мест. И что? К чему это привело на сегодняшний день? Мы имеем, скажите, какое из этих предприятий успешное? Какое из этих предприятий те, которые мы говорим, только в последнее время удалось за счет, например, самых высоких тарифов в мире, в портах мы вышли, администрация портов у нас в Украине вышла в плюсы. И то это только за счет чего? За счет того, что государство, опять же, установило как монополист самые высокие тарифы. Опять же, и здесь, и как это повлияло на конечного потребителя? Тарифы в портах влияют на они заложены в цену любого товара, который мы имеем с вами, который мы покупаем с вами в магазине. Почему? Потому что большинство это, как вы сказали уже раньше, это что? Это импортные товары. И фактически расплачиваемся за эти высокие тарифы, установленные государством. Прежде всего расплачивается мы с вами, конечный потребитель. Спасибо. Дивіться, ну, насправді адміністрація морських портів була створена де-факто заради того, щоб от зараз підвести до того, щоб всі порти, а це об'єкти стратегічної інфраструктури, приватизувати. Те, що ми бачимо зараз, те, що говорить колега самопомочі, є абсолютний абсурд, тому що якщо хтось думає, що можна віддати об'єкти стратегічні підприємства віддати в приватні руки, і це буде якесь щастя для людей, то дуже сильно помиляється. Ну, по суті, ви про це кажете. Ну, дивіться, ви сказали, націоналізація не потрібна. Приватний власник у вас більш ефективний, ніж державний. А в українських реаліях це не так, насправді. Тому що, якщо Нафтогаз віддати на приватизацію зараз, то його купить, знову ж таки, олігарх. І тариф, а навіщо він взагалі потрібен? Давайте казати, чому Укрклас видобування не може напряму реалізовувати той ресурс, який вона добуває? Навіщо розмовляти про Нафтогаз? Це просто не показовий приклад. Питання полягає в тому, що, зокрема, давайте я більш від загального до конкретного спробую. Насправді нинішня влада проводить ту ж саму політику, яку проводила Партія регіонів і Янукович. Тому що, як ми пам'ятаємо, Партія регіонів і Янукович проводили так само антинародну, антисоціальну політику. Тому що ми згадаємо, хто підвищує в пенсійний вік для жінок. Хто, власне, встановив програму приватизації? Програма приватизації уряду Азарова. Приватизувати Одеський припортовий завод, Одеські порти, ну це що стосується нашого регіону. І те ж саме зараз підтримує наша влада. А зокрема, ваша фракція, Самопоміч в парламенті, голосувала за спрощення процедури приватизації в парламенті, що дасть можливість дуже швидко через українську біржу, як відомо, українська біржа у нас мертва, навіть усунувши європейські біржі, відповідно продати за безцінь олігархам власне стратегічні підприємства, які є дуже важливі для нашої країни. Зокрема, чекайте, не говоріть цю маячню, просто примітивна маячня, ну ви доросла людина, маєте себе поважати і риторику якось вибирати зрештою. І питання полягає в тому, що унікальне хімічне підприємство на сході Європи, Одеський припортовий завод, у нас на превеликий жаль стане в приватних руках олігарха, а зокрема Одеський припортовий завод за рахунок власне бартерних стосунків аміаку і скрапленого газу від арабів могло би сприяти енергетичній незалежності нашій країні. Тому фракція Самопоміч, Партія регіонів, нинішній Порошенко роблять усе, щоб дерибанити нашу країну і зробити нашу країну країною сировинним додатком. Раніше хотіли зробити сировинним додатком до Росії, зараз хочуть зробити сировинним додатком до Європи. Останнє питання полягає в тому, що тут ситуація найважливіша і найкричущіша, що ми по факту стаємо банановою республікою. От те, що вони зараз підтримують, те, що робилося до того і те, що робиться зараз, призвело до того, в якому стані зараз наша країна. У нас є питання залу. Володимире, будь ласка, представтеся. Здравствуйте, Владимир Сивак, глава молодежной платформы «Будущее», молодежной организации. У меня, я бы хотел спросить у уважаемых политиков, уважаемых представителей политических партий, которые определяют и в том числе экономический курс нашей страны, я хотел бы поговорить о политических принципах, потому что у каждой проблемы есть фамилия, имя и отчество, правильно?
И я хочу вспомнить 2014 год, когда фракция самопомощи голосовала за назначение Арсения Петровича Яценюка премьер-министром, из-за которого и началась сегодняшняя экономическая ситуация, в которой оказалась Украина. Скажите, пожалуйста, близятся выборы. Вы с этими же принципами идете? То есть мы сегодня в коалиции, завтра ситуация меняется, мы выходим из коалиции, говорим, нет, мы не имеем к ним никакого отношения, это они вот. Зрозуміло ваше питання, Вадиме. Еще, прежде всего, я депутат городского совета. Я в этом случае я могу говорить за себя и за нашу фракцию в городском совете. В отношении того, что голосовало, если вы помните, мы вернемся к событиям, было частью коалиции, из коалиции вышло после того, как заявленная программа была принята, если вы помните, на основании чего базировалась эта коалиция, было межфракционное соглашение и была принята программа. После того, как эта программа стала не выполняться, фракция самопомощи вышла. Я вас не перебивал, я закончу. Вышла из коалиции и отозвала своего министра. И это произошло сразу после того, как стало понятно, что межфракционное соглашение, это в том числе и по природным ресурсам, в отношении объединения, создания единой, то есть было ряд позиций, по которым оно перестало выполняться. Вот и ваша ответ зрозуміла, Богдане. Дуже коротко, и мы завершуємо перший блок. Хочу сказать, что и коллега Терещук, и Константин, они правы в части того, что национализировать предприятие хорошо, но также хорошо и управлять в частных руках. Но есть некая золотая середина. Всегда есть понятие максимальной экономической выгоды. Максимальные выгоды, понимаете, это можно совместить, например, там, в половину. Вот есть у нас там парковки в городе, да, они подчинены парк-сервису. Как лучше ими управлять? Городским, например, там, чиновникам или конкретно частными руками? Я считаю, что должно быть конкурсная процедура, правильно, прозрачная, которая не только конкретную парковку будет рассматривать с точки зрения экономической прибыли, а в целом оценить наше прибыльное предприятие приносит там в районе 10 миллионов гривен. А если появится процедура, у нас же проблемы великие. Я считаю, что должна быть одна единая система, электронная, которая бы это контролировала. Предпринимателю, который скажет, я, например, не 10 миллионов гривен готов пополнять городской бюджет, а 70 или 80. Или завтра, если завтра появится человек, который скажет, я готов создать предприятие, которое возьмет полностью всю систему городского паркования в городе и буду приносить в год 100 миллионов, а все, что я сверху заработаю, это моя честная прибыль, бери, пожалуйста, работай, модернизируй, плати, понимаете? Есть золотая середина. С точки зрения бизнеса нужно подходить ко всему. То, что, я так понимаю, что вопрос был адресован не только коллеге Терещуку, который представляет партию «Самопомощь». Я как представитель оппозиционного блока, я могу сказать, что если бы мне было стыдно за какие-то действия партии, которую я представляю, я бы вышел из нее тотчас же. А в следующем году политическая партия однозначно будет придерживаться ровно той же программы, которую придерживалась еще. Це зрозуміло. Дякую. В нас закінчується час першого блоку. Ми обов'язково продовжимо за декілька хвилин. А я нагадаю, що ми сьогодні розмовляємо про соціально-економічний розвиток нашої країни. Чи зменшилися ваші статки за останній рік, наш інтерактив? Так чи ні? Дзвоніть і голосуйте. А ми повернемося за декілька хвилин. Залишайтеся з репортером.